Привет, меня зовут Гриша, и я закончил СУАЗ в 2012 году, и для меня это особенное место. Это место, в котором собираются самые необычные, самые интересные люди с самых разных концов света, с самыми разными взглядами, разными мнениями, разными опытами, разными интересами. И единственное, что их объединяет, это любопытство к жизни. Любопытство к тому, чтобы узнать что-то новое, знакомиться с новыми людьми, узнать что-то новое о других культурах, о других языках, странах. И мне кажется, я никогда не видел подобного места где-либо-то еще. Когда ты оказываешься в Суасе, тебе кажется, что весь мир сконцентрирован вот в одном месте, и от африканских культур до дальневосточных, до, я не знаю, крайнего севера, буквально один шаг. Любой интерес, будь то музыка, искусство, языки, точные науки и так далее, это все здесь есть. То есть если у вас есть интерес, это место, чтобы быть.